не знаю, как собрать компьютер. Вот. Можете приехать помочь или как? Могу, как мне обратиться к вам? Да, меня Виктор звать. А, приятно. А, Виктор, я сейчас на заказе. Ага. Вот, если это нужно сегодня. Нет, это нужно сегодня, просто я как бы купил и мне вот пользоваться что-то будет. Адрес вай. Адрес. Я постараюсь в течение часа к вам подъехать. В течение часа. Максимально. Сейчас потороплюсь и. Так ладно, короче, приехал он. Могут быть проблемы. Но поверьте, обратите внимание на в трех вариантах. Все эти модели обеспечат надежную защиту вмещать устройство. Поэтому, короче, узнал, что нужно конкретно покупать. Поискался в городе, купил, собрать, я даже вот просто элементарно, я не знаю просто даже с чего начать. Да? Ну, типа того. Я просто даже не знаю, с чего начать. Как бля, Максимус 8, собирать, неплохо. Купил, как бы, что делать. А посоветовал, боюсь спросить, кто... Жуковский на авиашоу поедешь? Чё? А, то, что я по телефону там сказал, что этот... там, я уже даже не помню, как... Зовут женщина, к вам обращалась. И вот у всех овчарка, да, в голове такая, типа, Макс, иди нахуй. Я бы сказал. Ну, это долго, короче, история. Я уже не вспомню, то есть просто реально не вспомню. Просто мы собираем, да, мы на дому не собираем компьютеры. Смотрите, дело в чем. Компьютер собрать надо, но надо собрать его тут, потому что... Ну, я очень много времени потратил на вот эту всю покупку. Я хочу как можно быстрее уже сесть и играть. Вот. И, ну, пользоваться компьютером. Времени просто тратить сейчас вот у меня нету. Есть ли вариант? Ну, скажем так, за дополнительную плату в пределах разумного. Ой, блядь, слышите, что? В этот раз то, что там замена хуена, это все говно, он решил заставить его собрать комп прямо здесь. Типа, сможет или нет? Ну просто это быстрее реально получится, чем два дня ждать и вам туда-сюда кататься. Хорошо. Я готов. Ну, я сэкономил неплохо на железе. Ну, я могу вам... Если 1006 устроит, я могу это заняться. Сегодня, сейчас, здесь. 6 тысяч сборка? Давайте. Собираем. Да, да, собираем. Можно, да, я покопаюсь, посмотрю. Да, да, конечно, там. Конечно. А кофточку, блин, да, снизу нужновато. Сейчас лето наконец-то вроде начало возвращаться. Да как-то вроде бы и даже и не лето-то. Полуосень. Духота, не духота такая, непонятная какая. Нам поможет, да, если это? Да, 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 безложимся. То есть вы можете вот тут располагаться как... Жарко у вас. Это... А прикиньте, сейчас поворот там, продолжение на Порнхабе. Вот это я уже понял. И остальные 20 минут это просто черная заставка. Вот, это пока что все, что я понял, что можно сделать. Ну, помощь мне тоже будет нужна. Передержать, не передержать. Росписи до сих пор покупают, охуеть. На свой взгляд, что скажете об этом компьютере? Ну, вот так вот, по коробкам. Ну, там, правда, ожидание что-то 14 дней минимум вообще. На мой взгляд, неплохое железо, смотря для чего вы это приобретали. Ну, вот эта вот видеокарта, вы знаете такую видеокарту? Мне вот реально сказать, что хорошая. Точно, я забыл, чуваки. Надо же... Хорошая видеокарта. Ну, единственное, что там, блядь, Аризона откроется, еще просто несколько же, проектов. Мы, скорее всего, позже всех откроемся. Да. Ну, для работы игр там в интернете посидеть. Для работы точно она хорошая. А, у нас для еще игр. Реклама МТА проекта скоро будет. Отгадайте, для какой. Для всех, скажем так. Зависит. Что-то из ряда более новых. Я в компьютеры как бы не играю, но из ряда более современных игр, скажем так, 18-19 года. Я сказал, отгадайте, какой, но я сам не помню, какой, прикиньте. Сейчас я спрошу. Больше, что вам еще надо? В интернете посидеть? Ну да. В интернете посидеть можете без нее. Да? Ну как бы, да. Между нами. Вы частник или у вас офис? Или как? Если не секрет, частник. Если не секрет, вы? Частник. 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 Нет, просто вот куча же сейчас вариантов на Авито, к примеру. Можно собранные. Да, говнарь потлатый, привет. То есть, а как проект называется? В собранном состоянии или конкретно? Не, даже давай пока. Выбирать видеокарте. Да, NextRP, чуваки, это называется. В интернете на mail там вопросы, ответы есть. Я там писал.
Вроде подсказывали, что купить. Ну, я просто деньги заранее взял, а я не помню, как называется. Нет, к сожалению, если бы просто у меня, если были бы друзья и товарищи, которые разбирались бы в железе, я бы... У нас там 3 стрима за 2 часа, если вам сильно зайдет, это не будет просто как реклама выглядеть. Мы будем просто там играть и все. Если вам зайдет, то можно будет побольше постримить. Ну, соответственно. Ну, вы поняли. Ну, проект неплохой, как мне сказали. Сюда? Правда, надо сервак выбрать, там, ну, там что-то хрена их. А это что такое? SATA. А, это разъемы, провода SATA. Так. Крепим. Блять, я понял, для чего он это сделал. Он типа показывает, блять, как он это собирает. Ну-ка. Вот мой комп, когда собирали, я просто в шоке был, как его собирать. Я вообще не понимаю, что там как делать, блять, вообще. Шлейфик. Кулера подключать. Я думаю, сейчас разберемся. Куда-нибудь подключим. Так. А у вас большой опыт сборок? Если, ну, опять же, не секрет. Относительно времени или количества собранного? И времени, и количества. А он пасту намазал, кстати? Ну, не маленький. Это, так сказать, хобби. Угу. А по времени как давно работаете? По времени, ну, лет 7, а любительский побольше начал. Mm-hmm. 3 года так для себя. Потом решил уже это перевести не в хобби, а в какую-то там, чтобы это не только удовольствие приносило, но и денег, скажем так. Да, если лицо замазал, значит где-то наебали его, да. Садите сюда на стул. Вам на удобнее нам будет на руках дышать, на коленях дышать систему. А можно я вот стульчик сюда поставлю? Вот, мне будет еще более удобно. Я не могу вот так взять. В принципе, мне просто телефончик сейчас понадобится тут. Давайте сейчас. Сейчас я вам дам предку. Вот, замечательно. Что болтки не будут, сейчас я все растеряю. А вот смотрите, вы сейчас соберете компьютер. Там. Я вообще столько понял, я реально только сейчас понял то, что Windows это нету, это, там же ничего не установлено, драйверов тоже ничего нету. Вы установить сможете? Я постараюсь это сделать на месте, не выезжая, потому что мы вроде бы... Сколько это будет стоить? Не, просто сразу, чтобы понимать, там, потяну, не потяну, что... Вдруг потом скажете, когда уже сделаете, скажете, вот столько-то, я такой... Час 1010. Пару тыщенок, блядь. Чтобы вот, так сказать, запустить, начать вам с ним работать, я не знаю. Я офисы не буду никакие устанавливать. Установлю конкретно драйвера для видеокарты. А какой Windows поставите? Я думаю, 10. Бля, какой долбоеб не может винду переустанавливать? Пиздец. 2000 за это, ебать, что? XP? Да. XP. Что такое XP? Ну, Windows. Ну, я понимаю вас. Это, наверное, этого от вас осталось. Еще, наверное, с тех времен, когда он был, от вашего первого компьютера, XP, да? Я-то думаю, его сейчас вообще нет в природе. Ну. Нет, у меня ни дисков, ничего нету, но я просто... Последний Windows, которым я пользовался, это был XP. Ну, не считая там... Ну, я пообъясню, покажу, расскажу, что к чему. То есть, если это будет новинка в плане... В плане операционной системы для вас новенькой. Угу. То... Дорого будет стоить обучение? Обучу бесплатно. Там, покликаю, где покажу, где пуск, не пуск. Пуск в левом углу, нижнем. В общем, смотрите по деньгам, просто тоже, чтобы иметь представление, понимание, сколько у нас получится. 6000 вы сейчас возьмете, ну, когда соберете все, и 2000... Когда мерч будет? Ой, хороший вопрос, не ебу. Да, я 2000 установлю, возьму с вас не за Windows, а за все драйвера, конкретно за операционную систему, за дальнейшие какие-то лишние установки, это потребуется нам для видеокарты драйвера. Потому что, я так понимаю, у вас дисков нет.
То есть это область. Ни к материнской плате дисков нет, ни. Блять, драйвера, ну, короче, установить, что-то там 2К, пиздец, что за хуйня. Если какие-то пойдут заминочки, то там зато в плане комплектующих дополнительных там. Вот SSD вам еще надо установить. Его установить по беде. Мне VSRAP предложили фигурки с моим ебалом делать. Да они вообще прикольные, типа, вот я думаю, стоит, не стоит. Прикольная штука. Я бы взял. Чисто да, но фигурки, не мерч, фигурки именно. Прям вообще пушка. Он мне скинул просто чувачок оттуда фигурки, я такой, типа, вау, клёво. А я не знаю, сколько стоит, ну дохуя, наверное. Ну там реально фигурка, вот прям фигурка. Сейчас, я не знаю, может покажу, погодите. Там на примере Шмальца, по-моему, была. Так. А, нет, на примере CMH. Ну типа что-то в этом стиле. Бля, я бы хотел вот чисто 6К вы еще взяли-то, блядь, вообще 6К, я просто не ебу. Я бы себе такую хотел. Типа, если вдруг что нормально, типа, надо, чтобы это... Ну, можно делать. Так сказать, заставить работать правильно. Потому что у вас два жестких. На сайт зайди. Че, а какой сайт? VSRAP? Поняли? Типа, ща, идея. Ее можно было на торпеду в машине поставить, и чтобы она башкой вот так качала, поняли? Типа, охуенно было бы. Стандартная ситуация. Ой. Чего? Нестандартная ситуация? Башня на торпеду. Сейчас я вам все в подробности покажу, постараюсь показать, постараюсь рассказать. Сейчас еще постараюсь видюху вам поставить. Нереально 6К стоит. Бля, ну вы бы взяли за такую сумму? Я бы что-то, ну, подумал, по крайней мере. Давайте пока не буду видеокарту вам распаковать сразу. Да, давайте. Я вот тоже что-то думаю, да хуя как-то. Скидку за это не сделать. Вот да, скидку за это не сделают, интересно. Было бы круто, да? Но это не, как вам сказать, сумма она не такая для того, не для ебланов, которые будут там сидеть и голодать, чтобы купить фигурку. Это прям вообще для отбитых фанов каких-то. Вообще прям отбитых фанов, чтобы. Какая-то цель ведь есть? Ну, как у всех пользоваться? В интернете сидеть, в компьютерные игры поиграть. Я очень много просто пропустил сейчас с этой работы. У меня тут работа такая муторная. Я с компьютеров уже давно немножко так откис. Но тогда стали типа немножко, да? Ну да, вот сейчас вот. Так не, я практически даже не пользовался. Вы столько игр за столько лет пропустил. Последний компьютер, который у меня был, он был на XP, и на очень много потерял по времени. То есть... Какая-то любимая игра была? Дота. Я уж не помню. Far Cry вроде первый. Я говорю, я уже давно, много лет не слежу ни за играми, ни за чем. Вот сейчас решил наверстать упущенное. Но же он, как видите, монитор там поставил. Там уже все стоит, монитор, уже все готово. По сути, осталось только компьютер воткнуть. И будет хорошо. 1660 Ti, 6 GB для стримов. Нормально, чине. Что у меня нос вообще по пизде пошел. Нихуя не это, не могу нормально разговаривать. Системный блок. Поднялся? Их быстро, блядь. По которому вот у меня, собственно, блять. Заминочка. Но я сейчас постараюсь установить сначала видеокарту, а потом мы пиздел. Пытаемся питание поставить. Конечно, если, конечно, это я все в правильной последовательности делал. Но вас, вы не знаете? Нет, я знаю. Просто каждый, так сказать, сильный блядь, давайте, он... давайте вкратце, блядь, уже поглядим, блядь, заебало. Охлаждение. А вот такой вопрос. Этот, как его?
вы когда вот сейчас говорили про цену, мы с вами говорили, вы сказали то, что вот у вас в системе SSD-шник, поэтому там скорость чтения, что вы говорили, там больше, выше и так далее, и поэтому будет дороже. Из-за SSD-шника? Потому что SSD-шник надо установить, это дороже будет? Да, будет дороже. Ну, из-за SSD-шника? Ну, не только. И лучше устанавливать, реально. Ебать, а какая разница, типа? 10-15 секунд. Откуда такая информация? Благодарствую за запуск стримов. А то и у тебя перевязали в чехи, голодали без тебя, Станилик Тненк. Вот реально. Спасибо большое. Ну, давайте. Я вам честно скажу, я разбираюсь в компьютерах достаточно хорошо. Мне просто было интересно посмотреть со стороны, как вы будете этим заниматься, и это все правда, я действительно... Андрей, я смотрю твой стрим Чанский, спасибо. Мне нет времени заниматься, мне лень. Я готов... Может, vsrep.com, типа, он говорит, вот... А, ебать. Так, а... Да, 6 кусков, ебать, оно стоит. Что-то вообще пиздец. Высота 15 сантиметров, если чё. Ограниченный тираж, вероятно, поднятие цен при следующем дропе. Какой как твой хуй, блядь, чувак? Типа, как твой хуй, сантиметров 8 было бы здесь высота, а тут 15. То есть, два раза практически. Пиздец, ну прикольно очень. Платить был реально за сборку компьютера прямо сейчас, прямо здесь. Я просто смотрю, что вы делаете. Виктор, вы стебетесь, наверное, надо мной. Не, я не стебусь, я на полном серьезе говорю. Я готов был заплатить, я могу показать вам деньги. Я реально готов был заплатить. Мне лень этим заниматься, я не хочу. Ну, я так поверхностно разбираюсь. Но базу уровня знаний... Короче, ладно, я хорошо разбираюсь. Подождите секунду. Да не, я на месте. Не знаю. Я просто, ну, общаюсь, вы спиной поворачиваетесь. Я хорошо разбираюсь в компьютерах. Мне было крайне неловко слышать некоторые вещи, которые вы называли. Начнем с простого. Почему вы считаете, то, что сборка компьютера действительно должна стоить 6 тысяч рублей? Сколько, по вашему мнению, она занимает времени? Вообще собрать системный блок? Да. Вот сейчас, вот. Вам нужно собрать. Как вы думаете, сколько это должно занимать? Ну, я думаю, это должно занимать минут 20-30. Правильно. Почему 6 тысяч рублей? Потому что каждый труд должен оплачиваться. То есть, если человек не в состоянии его собрать... 12 тысяч рублей в час стоит оплата труда по сборке компьютера? Нет, почему? Не дохрена ли? Я думаю, нет. Это нормальная цена. Нормальная цена? Ну ладно, не знаю, где вы такие нормальные цены видели. Хорошо, идем дальше. 12 в час, это как хорошая охуевшая шлюха какая-то, знаете? Дальше, вот вы остановились на чем? На подключении блока питания? Что тут трудно? 20 плюс 4 идет. Ну, CPU-шка 4 плюс 4. SATA шлейф от ВПшника. Что? Ну в чем? От видеокарты где? Вот от видеокарты лежит. 6 плюс 2. Да, 6 плюс 2. И шестерка. А я вот сейчас для чего должен был сидеть, выслушать все это? Я пытаюсь понять, в чем проблема сейчас собрать компьютер. Я вас и вызвал. Я вам дал задачу. Собрать компьютер. Мне нужно собрать компьютер. Вот. Вы задачу выполнили? Нет. Непонятно почему. Давай мы с тобой заказик. Давайте на вы. Мой. На вы, пожалуйста. Давайте. Я с вами на вы. Давайте, вы тоже, пожалуйста, соблюдайте субординацию. Хорошо, я клиент. Вот. И обратился к вам за помощью. Заявочку за то, что я приехал, доехал сюда. Дермалтековский, да. Нормальный чинек. Я просто посидел здесь там 10 минут. Вы сейчас с вами поговорил на какие-то личные темы, потратил свое время и... А вы выполнили эту заявку? Воткнули мне носом, что я какой-то грязный мастер. Я вам вопрос такой задаю. Вот смотрите, выполнили эту заявку? Вы не дали мне ее довыполнить.
Я не дал. Вы сказали то, что вы хотите забрать компьютер. Все, вы начали уже чушь нести, то, что там что-то кулеры, не кулеры. Давайте самый простой момент. Как думаете, если бы я вам дал до конца собрать компьютер, он у вас включился бы? Образу было бы интересно. Вообще легко. Вообще легко? Да. Я готов с вами поспорить на... 6 тысяч. 10 тысяч рублей. Не буду спорить. Что он не включился бы. Но он у вас не работал. Вы Windows бы не смогли поставить. Он с ним работал. Сейчас разъем будет. Ну-ка. По одной простой причине, что я не вижу смысла дальше. Смотрите, просто элементарно сесть. Нет, давайте я вам просто объясню. Я сейчас сижу, трачу свое время. Можно мне до конца договорить? Я объясню, можно. И мы будем вернемся к вопросу о деньгах. А вот этот процессор, это AMD или Intel? Это Intel. Ну, это Intel 8400. Вы в курсе, что этот процессор имеет, это Coffee Lake архитектура, линейка процессоров. Он что, не тот прос воткнул, не в ту материнку, не тот сокет? Я даже могу ТДП вам сказать скоро, 65 ватт. Этот процессор, внимание, не подходит к этой материнской. Физически подходит? Психологически нет. Физически подходит. Ну, а психологически нет. Я мог упустить этот момент. Смотрите, этот процессор не подходит к этой материнской плате. Эта материнская плата на Z170 чипсете. Этот материнская плата покупалась изначально под процессор линейки Skylake. У Kaby Lake 200 чипсеты идут дальше. У Coffee Lake Refresh 300. Сейчас мастер-класс какой-то в мою сторону походит. На бесплатное обучение приехал, да? Ну, вот смотрите, вы меня поучили, я вас поучил. Мы квиты? Все? Ну, я желаю удачи в сборке компьютера. Вы же понимаете, что я реально оплачивать ничего не буду? Дорогу, то, что я подъехал. Я не буду оплачивать. Вы не выполнили заказ. Я понял, я услышал. Вы мне по телефону сказали, что это продал. Уебать. Я извиняюсь. Я думал, кто-то стрелять начал. Чуть-чуть не поломал еще игрушку вам до конца. Она не до конца, это до конца. Ага. До свидания. Всего доброго. Поверьте, я это соберу сейчас за 15 минут, у меня будет все работать. Я желаю вам удачи в сборке прямо вот и... Илья, знаете, я вам что хочу сказать. Вот вы можете вот там выглянуть в окно, там есть алкаши во дворе. Вот их можно лохотронить и пускать на бабки. Сюда, пожалуйста, больше не приходите. Получается, я лохотроник приехал. Ну, получается, да. Ладно, я не буду с вами конфликтовать. Давайте, да, не будем ругаться. До свидания. Да. Спасибо. Всего вам доброго. За какие-то ваши советы в мою сторону. Ну, да. Вам не хватает. До свидания. До свидания. Блять. Пиздец, гениально. Проц не подходит под материнку, бля. Вообще не подумал бы, что настолько жестко там. Короче, чуваки.